Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вам рассказать, естественно, об одном из таких проектов, который называется Kobo. Проект сконцентрирован на том, чтобы создать универсальный криптовалютный кошелек, который будет применим каждый день, которым можно будет пользоваться каждый день, при этом пользоваться, естественно, удобно, безопасно и плюс. Ко всему, этот кошелек будет использовать в своей работе алгоритм Proof of Stake, то есть вы будете получать награды за количество хранения той или иной криптовалюты. Но обо всем по порядку. На самом деле, вот задаваясь вопросом, насколько актуально подобное предложение на рынке, ведь мы действительно вот слышим каждый день, что появляются те или иные проекты с подобными предложениями, и насколько правильно сделать выбор и выбрать то, что действительно будет работой перспективно как для пользования, а на сегодняшнем этапе мы рассматриваем это с точки зрения инвестиций, да, то есть мы можем принять участие в каком-либо проекте и действительно должны понимать, насколько он перспективен. Ну, на что мы обратим внимание, это то, что подобная идея надежного криптовалютного кошелька, которым будет пользоваться большое количество людей, такое предложение на рынке, безусловно, востребовано. На сегодняшний день существует буквально там единицы кошельков, которыми пользуются большое, которые имеют широкое распространение. Ну, вот на самом деле. То есть ниша достаточно открыта и свободна, и поэтому занять ее действительно стремятся различные проекты, и те, кто это сделает, принесет огромный профит как себе, так и, естественно, инвесторам, инвесторам, которые помогали развиваться проекту на ранних этапах его становления. Kobo кошелек, Kobo Wallet – это ведущая в мире компания, которая предлагает вознаграждение Proof of Stake и мастернод для пользователей, позволяя им легко наращивать свои цифровые активы благодаря поддержке более 30 различных монет, а также 500 токенов и интегрированному магазину DApp. Разработчики стремятся стать универсальным криптокошельком, создать универсальный криптокошелек, которым будет пользоваться очень большое количество людей. На сегодняшний день Kobo Wallet зарегистрировал более 500 тысяч пользователей по всему миру. То есть он имеет действительно очень серьезные предпосылки на то, чтобы занять эту нишу и добиться успеха. Собственно говоря, чем отличается именно это предложение, именно эта разработка, именно этот кошелек? Тем, что он использует передовые, во-первых, что нужно для максимально для того, чтобы кошелек был востребован. Ну, он должен качественно работать, да, выполнять функции хранения и перевода денег, первое. И второе, и одно очень-очень важное, это его безопасность. Это действительно то, на что будут люди все хотят сохранить свои деньги в безопасности. В Kobo Wallet использованы военные классы прочности, военные классы криптобезопасности. Это действительно очень важно. Более подробно можно о безопасности почитать в белой книге проекта и посмотреть там все детали, да? Каким образом кошелек будет защищен. Чип шифрования находится на уровне банковского чипа шифрования. Безопасная передача данных и мультиподпись для дополнительной безопасности. То есть мы видим многоуровневую степень защиты, обойти которую просто невероятно сложно и возможно только лишь в каком-то теоретической составляющей. То есть кошелек безопасен. Безусловно, это очень важно. Кошелек поддерживает, как я уже говорил, более 20 монет и 500 токенов.
Это универсальный кошелек, то есть он имеет облачное приложение и непосредственно сам HD кошелек. Также он работает на алгоритмах Proof of Stake и Proof of Work, то есть Proof of Stake и Masternode, и позволяет пользователям иметь пассивный доход просто от хранения у себя тех или иных токенов. Естественно, интегрированные DApp приложения — это, безусловно, тот плюс, который будет востребован. То есть вы, ну, как бы легко сможете расплачиваться этим кошельком или использовать этот кошелек при оплате тех или иных услуг или продуктов. Ну, все это уже действительно очень важно. Кошелек доступен как для iOS, так и для Android. Ну, естественно, ну, это говорит опять о том, что ну, уровень действительно подготовки, уровень готовности продукта очень высок. Также можно более подробно посмотреть доходность кошелька от хранения здесь же на сайте. Мы здесь видим различные токены и видим, насколько ожидается рост, ну, это же ожидаемая годовая рентабельность от хранения тех или иных токенов. И опять же, это все можно будет более подробно посмотреть, да, более подробно об этом всем посчитать. Так, ну и здесь мы еще опять же возвращаемся к различным степеням безопасности непосредственно самом кошельке. От разработчики нам сами хотят об этом сказать буквально следующее. Облачный кошелек разработан для удобства пользователей и беспроблемного инвестирования. Генерируемые стабильные доходы от ваших криптоактивов и безопасные мгновенные переводы между пользователями Kobo Wallet. HD кошелек — вы получаете полный контроль над своими активами и секретными ключами для максимальной безопасности. Легко импортируете свои токены из других кошельков, которыми вы владеете. Также кошелек поддерживает DApps приложение и iOS и Tron голосование. Ну, опять же, вот это вот уровень сотрудничества с, ну, блокчейнами такого уровня, это опять же говорит о несомненном плюсе. Я предлагаю более подробно остановиться на изучении этого проекта вам самостоятельно. Белая книга, ссылки на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Пожалуйста, знакомьтесь и присоединяйтесь к этому действительно интересному и перспективному проекту. Спасибо за просмотр. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.